хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься. Ну тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем добрый день, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Абуденова. Здравствуйте, Надежда. Доброго дня. Итак, друзья, сразу к делу. Напишите нам, вот прям сразу задаю вам вопрос. Напишите нам, с какого устройства вы сейчас нас смотрите или слушаете. Нам очень интересно, потому что тема сегодняшнего эфира — компьютер, друг или враг. Наверняка вы используете сейчас какое-то техническое устройство. Я просто не знаю, как еще иначе возможно это сделать. Либо стационарный компьютер, либо ноутбук, либо смартфон. В общем, вы пользуетесь этими вещами, этими гаджетами. Вот сегодня мы поговорим про это. Расскажите, может быть, сколько у вас этих гаджетов, сколько времени вы проводите, а мы ответим на все ваши вопросы. Ну, по крайней мере, постараемся. Да, говорят, и задавая тему программы как компьютер, мы имели в виду, конечно же, все устройства, которые осуществляют так или иначе развлекательную, познавательную, ну и всяческую другую деятельность в жизни взрослого или в жизни ребенка. Так устроена сейчас жизнь любого ребенка, любого взрослого, что гаджеты прочно вошли в нее, их активно ругают, склоняют, всячески пытаются изъять из жизни, особенно детей, в разных там средствах массовой информации или там с экранов телевизоров, или учителя в школе активно пропагандируют уменьшение количества времени, которое ребенок проводит с гаджетом. Вот. Давайте просто попробуем сегодня поговорить об этом. Да? Действительно ли это устройство, да, электронное, это то, с чем надо дружить, или то, чего следует избегать? Многие родители принимают решение сокращать время, которое ребенок тратит на планшеты, на какие-то игрушки, даже если это там в школе нужно еще что-то. Тоже интересный этот вопрос, рассмотрим его сегодня. Да, интересно, что даже вот процесс обучения все больше и больше вовлекает вовнутрь вот устройства какие-то. Дневники такие бумажные, на бумажном носителе, как мы теперь говорим, уступают место электронным дневникам. И ребенок вынужден контролировать наличие там домашнего задания или каких-то дополнений к домашнему заданию через интернет. Родители вынуждены контролировать успеваемость ребенка теперь тоже через устройство какое-то. Прошло то время, когда ты берешь лезвие из папиной бритвы, потираешь эту двоечку, да, делаешь пятерочку. А твои друзья стоят на шухере у входа в класс и смотрят, идет ли учитель, потому что чаще всего это делалось даже не в дневниках, а в классных журналах, и потом влетало нам всем за это. Но на самом деле, заметьте, ушел целый пласт вот каких-то школьных таких проказ, когда можно было припрятать школьные журналы, это как-то влияло на то, что происходит в дальнейшем в классе, да, то есть могли отменить контрольную работу, потому что не нашли журнал классный. Или можно было действительно исправить оценку, или подделать подпись учителя в дневнике, или стереть эту оценку, чтобы родители дневник не увидели. Ну, вообще масса вещей. Два дневника велись, да. Два дневника, вот это вообще замечательная идея была. Один для родителей, один реальный. Вот, то есть сейчас на самом деле уже бессмысленно подобные занятия, и рассказывая даже детям об этом, если вы рискнете об этом рассказать детям своим, они слушают это, конечно, как нечто чудесное, чудное такое, совершенно им недоступное. Это забавно выглядит часто. Я знаю, что есть и несколько наших других тоже психологов в эфире, Юрий Пеждаев, Татьяна Горбачева, они озвучивали это тоже в эфире, что дети, есть такое мнение, что дети сегодня в школе находятся чуть ли не как в тюрьме, потому что, во-первых, есть, ну, по крайней мере, мы говорим там про московские школы, да, есть карточки, то есть когда ребенок заходит в школу, и когда ребенок выходит из школы, родитель получает смс-ку. То есть, во-вторых, есть электронные дневники, ничего не скрыть, все видно, все оценки, еще что-то. И, по сути, ну, ребенок, он безоружен, он не может ничего скрыть, потому что технически все устройства разного типа, они передают информацию родителям о том, что происходит с ребенком. Совершенно верно. Камеры в классах, опять же. Совершенно как верно. Как вы к этому относитесь? А еще есть спутниковое слежение на телефоне у детей, которые передают родителям местоположение ребенка в пространстве с точностью до, там, не знаю, нескольких десятков метров и так далее. Ну и масса-масса других вещей, которые, в общем, полезны с точки
точки зрения родительского присмотра за ребенком. Вот. Но, безусловно, влияют на ребенка в том числе. Мы обязательно сегодня затронем тему, да, того, что происходит с ребенком, который как бы постоянно находится в поле контроля гаджетами за ним. Да? Вот. Но мне бы хотелось начать с того, что происходит в жизни ребенка, который сам использует гаджеты для того, чтобы поиграть, отдохнуть, посмотреть, подписаться на каких-то пользователей, которые выкладывают какие-то материалы свои, продвинуться в игре куда-то или просто добыть какую-то информацию, ну и так далее. То есть, конечно, деятельность ребенка с компьютером бывает разной. То есть она может быть действительно по добыче какой-то информации нужной, да, ему нужно сориентироваться, найти что-то. А бывает, что он отдыхает в сети, то есть он либо смотрит кого-то, либо кино скачивает какое-то, либо он играет и так далее. То есть мы с вами обобщим все, да, вот, то есть вот вообще в принципе пользование гаджетом. И здесь мне бы хотелось тоже обратить ваше внимание немножко к прошлому. Вот наверняка вы были свидетелями многие такой ситуации, когда ну, в качестве наказания или там невозможности использовать где-либо гаджет ты забираешь у ребенка, или у него нет этого устройства в руках, он начинает, как бы ребенок, бессмысленно, бесцельно слоняться и пытаться понять, чем же себя можно занять. Вот нет устройства, и делать нечего. И, в общем, они так и говорят: мне скучно. Полный дом игрушек, полная комната книжек, еще каких-то всяких специальных, красивых, замечательных, предназначенных именно для него вещей. И при этом ребенок все равно говорит: мне скучно. Суть в том, что гаджет помогает ребенку быть большее количество времени пассивным, активизируя его самостоятельно. То есть с гаджетом, когда ты, не надо делать ничего, просто смотри в него и нажимай на нужные клавиши. И гаджет сделает все сам за тебя. То есть он даст и эмоциональную сторону. Если ты выиграл, там раздастся салют или какие-то звуки, какие-то там баллы, очки, еще что-то. Он тебе предложит, как дальше, в общем, двигаться для того, чтобы это было что-то интересное, предложит тебе новый уровень какой-нибудь там игры или задания какого-либо. Закончится одна игра, ты всегда можешь скачать другую. Если тебе здесь уже надоело, наскучило, ну, тут же готово уже следующее что-то такое интересненькое. Вот. То есть сам по себе гаджет настолько активен, что он заставляет быть ребенка реактивным. Это значит, что ему ничего не надо придумывать самому. Уже все за него придумано. И, конечно, когда у тебя есть такой мощный источник того, что тебе приносит столько удовольствия, со временем мы забываем, что такое продуцировать самостоятельно, вот какую-то такую активность и какой-то такой интерес. Почему? Потому что, вот опять же, вспомните, как, может быть, в детстве большинства наших слушателей мы занимали себя, да, вот вышли во двор поиграть, погулять, ну, вспоминая свое детство, я могу это сказать, там, друзья, товарищи, подруги, такие же, вот как я, там, чуть старше, чуть младше, нужно было организовать себе игру. И мы фантазировали, говорили: а давайте играть в магазин. Что нужно, чтобы поиграть в магазин? Нужно нарвать листочков, это будут деньги. Нужно найти подходящий камень и подходящую доску, это будут весы. Нужно набрать товару. Нужно насыпать песочку куда-то, это будут сыпучие продукты какие-то. Нужно набрать еще, нужно отнять у младших какие-то штучки, формочки, и это тоже будет какой-то часть нашему. Короче говоря, играя и готовясь, скажем так, поиграть в магазин, мы уже играли, насыщая каждый предмет каким-то смыслом, каким давая этому друг другу роли всякие. К тому времени, когда магазин открывался, половина из нас уже уходила домой, но не было какого-то чувства, что что-то пошло не так, или вот нам не дали наконец того, к чему мы так стремились. То есть нужно было вот эту всю задумку свою самим и реализовать, быть активными, да, по отношению к этой игре. Вот это то, что сейчас отсутствует у большинства детей и выражается, в общем, вот в этом вот слове «мне скучно». Потому что быть активным по отношению к предметам, предметы сами по себе не будут активны, их надо оживить, игрушку надо оживить, она не будет оживать сама. Эти листики нужно оживить, досочку и все остальное. В конце концов, даже взаимодействие между сверстниками тоже в него надо вложиться.
Вы слышали, наверное, про это, я не знаю, это шутка или это действительно так, когда ребенок, увидев картинку в книжке, начал ее пальцами вот так вот двигать, чтобы она увеличилась. Да, я видела это не единожды, на самом деле, на консультации. Она не увеличивается, и правда? Да, да, это выглядит именно так. А почему так? Дети что, не знакомы с книгой или как? Или они не понимают разницы? Нет, они прекрасно ее понимают, просто навык, если так можно сказать, общения, да, с устройством разве гораздо больше, чем навык общения с книжкой. То есть предмет, коим является вот именно как текстовый носитель, как носитель картинок, да, гаджет, вот устройство какое-то, оно более знакомо ребенку, и как бы автоматически он уже начинает с ним взаимодействовать не как с печатным изданием, а как вот именно с гаджетом. Но это приблизительно то же самое, как, может быть, встречались, если вот после того, как у вас планшетные телефоны у большинства людей, да, и в руки вам попадают так называемый кнопочный, вы начинаете на экране пытаться, может быть, нажать какой-то символ, хотя, в общем, там экран не активен, нужно нажать на клавиатуре. Вот, и ты ловишься, думаешь, что же я делаю? Ловя себя на то, что мы привыкли уже пальцем давить туда, куда нам надо, а не думать, на какую же кнопку нажать для того, чтобы нужный символ появился на экране. И знаете, еще очень смешно было тоже прочитать где-то в интернете по поводу книг. То есть вот вы говорили о том, что гаджет делает все за тебя, поэтому ты не активен. А что же происходит, когда мы читаем книги? Это какого уровня галлюцинации мы испытываем, потому что мы часами пялимся на страницу с какими-то символами, и в голове у нас целые истории, битвы, сражения и так далее. Только это не галлюцинация, это воображение. Конечно, это шутка была. Творческая активность, которая тоже является активностью. Это труд, это работа, оживлять эти буквы. Да? И, конечно, там в детстве книги снабжены иллюстрациями, что помогает ребенку, скажем так, эту картинку визуализировать с помощью художника. Будучи взрослыми, мы, конечно же, все это делаем в своем воображении. И опять, то, насколько мы привыкли читать, умеем читать, любим читать, склонны, вот развили в себе вот этот навык уметь воображать и получать удовольствие от этого, да, от прочитанного, переживая вот этот мир внутри, безусловно, будет влиять на то, будем ли мы любить читать или нет. Опять же, учитывая, сколько зрительных образов сейчас есть у детей, сколько картинок бежит перед ними ежедневно, ежесекундно, я бы даже сказала, да, и не только с экрана телевизора, а просто вообще вокруг, вот насколько насыщенных и количество зрительных, их мозг, да, их восприятие количеством зрительных образов, которые у них постоянно их окружают. В общем, конечно, это тоже приводит к тому, что со временем мы сами перестаем продуцировать это уже. Мы ждем ответной реакции, мы ждем, что кто-то будет активен, а мы посмотрим, как это будет интересно. У нас есть уже несколько вопросов слушателей. Давайте зачитаем их, потом продолжим. Так, Татьяна нам написала: «Но почему же враг?» Она про тему нашего эфира. «Я работаю оператором ЭВМ и считаю, что без компьютера в наше время никуда. Любую информацию мы можем получить через него». Безусловно. Это источник информации, и здесь, может быть, я сейчас несколько разрушу свой имидж для многих слушателей наших, но я не считаю как раз тоже врагом любой гаджет и компьютер, в частности, поскольку обстоятельства жизни складываются так, что теперь это часть нашей жизни. Отрицать это было бы, наверное, не очень адекватно, поскольку, опять же, мы с вами уже описали, да, и в школе, и в быту, в жизни мы все время пользуемся помощью этих гаджетов, и никому же сейчас не приходит уже в голову, ну, скорее всего, да, пользоваться бумажной картой в передвижении по городу, скорее всего, мы пользуемся навигатором. Это удобно, это практично, это облегчает жизнь. Вот, поэтому, да, если остались какие-то навыки еще и человек пользуется картой, наверное, да, или есть обстоятельства, не позволяющие пользоваться гаджетом, мы будем пользоваться картой. Но большинство людей используют навигаторы, и это их сложно в этом винить, скажем так. Сейчас вспомнила одну особенность, которая меня в свое время поразила. Вот мы называем наши смартфоны и так далее, по крайней мере, в общем, да, мобильный телефон. Ну, то есть мобильное устройство. Что значит мобильное? Что ты его можешь просто переносить куда-то. В немецком языке слово «hand» обозначает руку. Знаете, как они называют мобильник? Они называют его «handy». То есть это
Это настолько часть тебя, что это как продолжение твоей руки, представляете? Очень сложно, мне кажется, в такой ситуации отказаться от использования хэнди, понимаете, это как? А еще очень похоже на кличку какого-то очень милого пушистого зверька, да, такого питомца, который все время с тобой, и ты периодически достаешь его из кармана, чтобы просто погладить, да, и посмотреть на это милое создание. Так, еще у нас вопросы. Виктория пишет: ребенок часто делает уроки с помощью компьютера. Это хорошо или надо ограничить? Вот, теперь мы подходим уже к какой-то практической, может быть, такой, к практическим рекомендациям. Если уж он не враг, тогда кто же он? Он предмет, любое устройство — это предмет, с которым ребенку нужно учиться общаться. А задача взрослых, как это обычно бывает, помогать ребенку с этим устройством общаться. Поэтому сколько времени ребенок будет проводить за занятиями, связанными с уроками, или за занятиями, связанными с отдыхом вместе с гаджетом, да, в каждом конкретном случае будут принимать решение каждая конкретная семья. Конечно, есть общие рекомендации согласно возрасту, да, что касается физиологии, да, сколько ребенку нужно, чтобы это не влияло на его зрение, сколько ребенку нужно, чтобы это не влияло там, на осанку, какие устройства лучше, которые побольше или которые поменьше, которые ближе или дальше от зрительного анализатора находятся. Вот, здесь уже ориентируйтесь на здоровье вашего ребенка и на рекомендации врача конкретно вашему ребенку, потому что все это, конечно, зависит от данной конкретной ситуации. Но то, что к нему нельзя, к этому устройству относиться халатно, затыкать, скажем так, дырки какие-то, если есть свободное время, ну почему бы, ну пусть играет, ну что теперь, ну все же так, да, совершенно точно. Потому что еще раз, активное устройство отучает ребенка от собственной активности. Ну вот если упростить то, о чем мы с вами говорим, звучит это приблизительно так. Поэтому, конечно, взрослый должен контролировать время, которое ребенок проводит за компьютером. И в качестве занятий учебных, и в качестве развлечения в том числе. Потому что ребенок никогда сам, ну, скорее всего, в большинстве случаев, подозреваю, что есть разные детки, не откажется от компьютера. Он интересен, он красив, он дает массу интересных эмоций, новых увлечений, может какие-то даже развивать, ну, или качества какие-то развивать. Все прекрасно и хорошо, как будто бы. Да? Но опять же, вот когда мы говорим ребенку: нет, стоп, все, хватит, будем отдыхать, если вы видите в ответ негативную реакцию, а особенно резко негативную реакцию, да, когда начинается истерика, когда агрессивная форма, то есть он кидает, швыряет или обзывается, или сердится так, что это переходит в какой-то физический акт, он хочет ударить или начинает сам биться. То есть для вас это сигнал, для взрослых, что, ну, момент такого нормативного общения с компьютером упущен. То есть ребенок прочно закрепил уже определенные навыки, которые, скажем так, разрыв этого общения воспринимают уже как что-то негативное, как вражеское, как то, против чего он будет сопротивляться. Собственно говоря, это и есть то, что мы называем зависимостью, да? Когда без вот этого обратной связи от компьютера ребенок чувствует себя плохо. Есть комментарий такой от Ирины. Смотря с какой стороны посмотреть, но лучше дружить, жизнь не стоит на месте, и не нужно забывать... А, лучше дружить с компьютером, она имела в виду. Но не нужно забывать про совместное времяпровождение, прогулки, досуг, чтение книг и так далее. У меня 5-летний сын учит динозавров и английский по своей инициативе, а на прогулке из палки складывает сюжет. Замечательно, замечательно. А, знаете, некоторое время назад с одним малышом общалась 3 лет. И вот мы с ним пытались в небольшую коробочку, которая у нас была корабликом, поместить разные фигурки животных для того, чтобы отправиться в плавание. Ну, такая у нас игра была, и история такая у этой игры. Вот. И собирая животных в эту коробочку, мы с ним решали, кого из животных мы возьмем, и собрали полную коробочку животных. И вот последний, кто у нас остался, крокодил, который был, очевидно, больше чем по размеру, чем коробочка. Ну и крокодила тоже он не захотел оставлять на берегу, поэтому отчаянно пытался его запихнуть в коробочку, закрыть эту коробочку, сломал хвост крокодилу. Я пыталась его как-то вот остановить, направить и сказать ему: смотри, крокодил большой, коробочка маленькая.
ну и всяческие другие... В конце концов, он умеет плавать. Посылы, да. Но там... Мысль мне не пришла в голову. Вот. И в какой-то момент... Ну, и в рекомендациях ребенку я пишу, что для родителей, что, пожалуй, ну, как бы предметный мир несколько в части понятия размера, да, вот хромает, пожалуйста, вот такие пособия надо купить, в части, ну, в частности, вкладыши, пазлы там по размеру, которые формируются. Когда ко мне пришли родители потом после этого обследования, они не были возмущены, сказав, что вот на планшете этот ребенок складывает пазлы высокого уровня сложности, и это не вызывает у него никаких трудностей. И действительно, на планшете не вызывает, но в предметном мире понятие размер вызывает очень много сложностей, судя по тому, что вот воспроизводил этот ребенок. Вот, причем, опять же, да, это было не упрямство, не упорство какое-то, да, не просто часть игры, а именно непонимание ребенком, что вот большой и маленький, они, ну, соотносятся определенным образом, и большой крокодил в маленькую коробочку никак не вместится. То есть для него нужно было подыскать другую или вот отправить его в свободное плавание и так далее. Вот, опять же, даже развивающие какие-то компоненты, да, не отменяют того, что происходит в предметном мире. Впрочем, как и общение в сети не взаимозаменяет общение дома, на кухне, за столом, за чаем там, или с друзьями во дворе, делая из листиков деньги. И то, и другое должно присутствовать. То есть я не хотела бы сказать, что давайте такое, знаете, назад в прошлое все тут обернемся, отнимем у детей все гаджеты и заставим их играть в магазин. Отнюдь. Но и то важно. Наблюдайте за своим ребенком. В чем вам кажется дефицит на его проявление, да, вот в общении, чем ему помочь, где эту дружбу с компьютером, скажем так, несколько на разрыв организовать, а для кого-то, может быть, наоборот, познакомить его с ним и показать, как правильно общаться. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео. Так, друзья, продолжаем эфир. Сегодня у нас тема «Компьютер, друг или враг». Несколько сообщений нам пришло. Кто-то считает так, кто-то считает так. Разные истории вы пишете. Сейчас обязательно все прочитаем. Но прежде чем мы вернемся к теме, я спешу вам напомнить, друзья, что если у вас остались какие-то вопросы или, может быть, жизненные ситуации важные, не проработанные, не отвеченные, не решенные, то у нас есть вебинары. На этих вебинарах психолог не просто в эфире отвечает, а уже прорабатывает конкретно с вами вашу проблему. Возможно, даже там консультация будет какая-то частная уже. Вот, и дает какие-то механики, упражнения. Поэтому, друзья, если у вас есть какая-то серьезная проблема, то следите за нашими вебинарами, выбирайте тот, который вам по теме подходит, и скорее участвуйте. Все есть в нашей группе «Формула семьи». Подписывайтесь, пишите в личные сообщения, вам обязательно все ответит наш администратор и всю информацию даст. Но мы возвращаемся к нашему эфиру. Вот, кстати, компьютер, друг или враг? Вот, друзья, друг или враг? Мы проводим вебинар, помогаем людям, у которых нет возможности приехать на консультацию именно к этому психологу. Там человек живет, например, во Владивостоке, он может утром взять, включить, ну, у него утро, у нас вечер, да, включить вебинар и все. И, понимаете, и проблема решена. Ну да ладно, вернемся к вопросам. Так, Елена спрашивает. Скажите, пожалуйста, а компьютер вреден для здоровья, если за ним сидеть 16 часов? Ой-ой-ой, вообще так много работать вредно. А тут, может быть, и работать, и отдыхать? Тут по-разному же. Но, видимо, все-таки в одном положении, пребывая перед монитором. Я думаю, я не специалист в области влияния, там, не знаю, каких-то излучений, конструкции мониторов. Об этом, я, насколько понимаю, много копий сломано среди медиков и среди технических всяких сотрудников. Есть всякие народные советы, как сделать наименее вредным излучение. Кто-то говорит, что все это ерунда, и на самом деле никакого излучения нет, не больше, чем от того телефона, который у вас в кармане, или там телевизора, перед которым вы сидите и так далее. Вот, поэтому я бы не хотела углубляться в эту тему. Я думаю, что есть специалисты, которые, наверное, об этом знают больше, но если бы ответ был однозначным,
ну, мы об этом с вами знали. Видимо, все-таки есть споры и есть разные мнения специалистов, поэтому, скорее всего, говоря о том, что вы 16 часов задействуете основным образом свой зрительный анализатор и считываете картинку с монитора, да, не переключаясь на внешний мир, на общение во внешнем мире, на какие-то дела, я не знаю, как это происходит, да, вот 16-часовой. Может быть, связано с профессиональной вашей деятельностью, да, может быть, это действительно, скажем, тот образ жизни, который вы себе выбрали. Вот, то здесь, безусловно, можно говорить о вреде определенном, поскольку вы, очевидно, выпадаете из реального мира, находясь 16 часов в виртуальном. То есть там осталось 8 часов в сутки на то, чтобы как раз поспать, и все. Да, поесть и поспать, вот, остальное время, что, ну, а где же общение со всеми остальными? Некоторые могут вам возразить и сказать, что для меня виртуальное общение – это как общение с реальным человеком. Угу, совершенно верно. И это еще одна, не побоюсь этого слова, проблема современного мира. Да? Ослабление навыка общения с реальными людьми, да, и упражнение навыка общения с виртуальными людьми. И здесь тоже множество всяких опасностей, множество всяких особенностей. И чаще всего мы говорим о том, что общение в виртуальном пространстве – это бегство от реального. По каким причинам? Это уже частность, да? Либо неуспешность, либо невозможность, либо что-либо, ну, любая причина, которую вы возьмете, она всегда будет вас, эта причина, убеждать в том, что лучше так, легче так, проще так. И вообще, когда человек выбирает простой путь, предпочитая его сложному, ну, на самом деле, какое-то время, безусловно, мы можем облегчать себе жизнь, но жить по этому принципу, ну, не советую, поскольку это, ну, это обленяет нас, это делает нас невозможными для роста, для вложений каких-то. Ну, конечно, мы, тогда же поговорка есть такая, рыба где глубже, человек где лучше. Ну, легче же сидеть перед монитором и быть тем человеком, каким я захочу, чем вот строить отношения, как-то пытаться понравиться, пытаться другого понять, вникнуть в него и так далее. Вот. Но, опять же, мы можем пользоваться простыми способами общения, но мы не должны забывать о том, что сложности, они нас делают лучше, они нас делают умнее, они нас делают более зрелыми. Поэтому не отказывайтесь от сложностей общения. Так, следующее сообщение от Юлии. У меня дочка 16 лет, не вылезает из телефона вообще. Но если только в школе не сидит в интернете. Конечно, я ее ругаю, но толка никакого. Uh-huh. Вот интересный вопрос. Если на маленьких детей мы еще можем повлиять разными способами, и вы и в предыдущих эфирах озвучивали, да, uh-huh. неважно, с телефоном это связано или нет, это связано с ролями. Я мама, ты ребенок, поэтому вот так. В 16 лет такой не прокатит. 100%. Что делать с нашими дорогими, любимыми подростками? Ну, во-первых, искренне, вот не по-мамски, не по-родительски, а по-дружески. Поинтересуйтесь, что происходит в телефоне, когда он в руках у дочери. Социальные сети, подписки разные на YouTube-канале или где-то еще, да, в Инстаграме. Происходит ли это живое общение или это только просмотр чего-либо? Онлайн-игры это, просто это игры какие-то, попытка занять себя. То есть разговоры это, чаты, мессенджеры, в которых обсуждается что-то. То есть попробуйте понять, что происходит в телефоне, потому что мы просто видим, ну я часто это слышу от родителей, ребенок в телефоне, следующий вопрос, что он там делает? И родители часто говорят, да мне все равно, что он делает, он к нему привязан. Вот это важно, потому что там ответ на вопрос, почему он там, что он там делает. Там его общение, там его группа интересов, там его, скажем так, бегство от реальности, что там у него в телефоне. Поговорите об этом. И здесь надо сказать еще одна проблема, с которой часто сталкиваются родители, просто не знают, ну, скажем так, как и что называется, как и что происходит. И папа, и ребенок начинает объяснять родителям, как и где он обитает, а для родителей это все китайская грамота, поскольку они не знают ни терминов, ни названий, ни, скажем так, веяний, что и где. Но на самом деле это даст вам огромную информацию о ребенке, о внутреннем его содержании, о его друзьях, если вы попробуете вникнуть. И на самом деле дети помладше,
ну, допустим, там 12-13 лет, с удовольствием это объясняют родителям. Ну, то есть, если вы действительно искренне будете таким незнайкой, который скажет, а вот это что такое, а вот это слово ты произнес, это что такое, вот, то они вам объяснят, они возьмут над вами шефство и будут терпеливо вас учить, а вы будете учиться. Конечно, когда мы говорим о 16-летних подростках, да, там уже терпение у них на взрослого гораздо меньше, но тем не менее, перво-наперво постарайтесь понять содержательную сторону, что происходит там, что происходит внутри телефона. А затем будете составлять следующий пункт плана вашего, да, то есть если это общение, что не хватает, или наоборот, почему только там, или если это группа какая-то, что это за группа, что за интерес у этой группы, что за увлечение у этой группы и так далее. Это будет, скажем так, один спектр, одно направление развития работы с ребенком. Если это просто просмотр чего-либо, да, то совершенно, ну, это будет другое направление. Поэтому интересуйтесь. Все начинается с того, что мы пытаемся понять, что именно происходит в устройстве ребенка. Еще один вопрос от Марины. Дочка 5 лет, часто ходит по квартире с моим телефоном и слушает детские песни. Вредно ли в таком возрасте давать ребенку телефон? Мне кажется, Надежда как раз ответила на этот вопрос. Ну, то есть любое устройство мы сейчас используем, даже телефон, и как проигрыватель для музыки, да, то есть ходит она с ним или поставить его на куда-то, ну, на стол, на стол, да, на полочку, да, для того, чтобы оттуда лилась музыка, это не суть важно. Помните, как бы в 90-е ходили с магнитофонами огромными, кассетными на плече, и это было забавно, и сейчас забавно, тогда это было круто. Яна пишет нам, можно ли на компьютере показывать ребенку, как читает сказки бабушка, если родные бабушки далеко и читать нет времени? Я так понимаю, видео, где какая-то бабушка сидит с какой-то сказкой и просто читает это на камеру, а ребенок смотрит. Ну, в том числе мы можем это использовать и так. Почему нет? Опять весь вопрос, сколько? Если это единственный источник для ребенка познания, да, то есть с ним в реальности никто не сидит и не читает книжку. Неважно, мама, это бабушка, няня, там, приглашенный преподаватель, не суть важно. Но то, что происходит в компьютере, да, то происходит и в реальном мире. То есть у ребенка есть и тот опыт, и тот опыт. Ну вот, кстати, тут тоже вот очень такая полезная функция устройств различных. Они могут обеспечивать нам общение с родными и близкими, которые находятся далеко. Дети их видят на мониторе, рассказывают о своих успехах или жалуются на что-то, спрашивают, как у них дела. То есть такое ощущение присутствия родного и близкого человека создается. Ведь мы не откажемся от этого, ведь это полезно, это хорошо, это здорово. Весь вопрос, сколько этого происходит в жизни ребенка, есть ли живое общение? Я ждала этих вопросов, наконец они появились. Конечно, мы не могли обойти стороной компьютерные игры. Это, мне кажется, одна из самых жарких тем. Уже, ладно, соцсети, в них более-менее включены все. Но компьютерные игры — это вещь, которой очень сложно человека оторвать от происходящего. Причем как ребенка, так и взрослого, надо сказать. Вот. И у меня есть два вопроса на эту тему. Первый от Егора, как компьютерные игры влияют на мозг. Второй от Аллы. Можно ли вылечить мужа от компьютерной зависимости, он у нас танкист, в кавычках. Так что да, что делать с играми? Вы знаете, вот опять первый вопрос, который мы задаем, скажем так, при любом диалоге по поводу игр, что человек удовлетворяет через игру? Какие потребности человека не удовлетворены в реальном мире, что он ищет их удовлетворение в виртуальном через игру. И если речь идет уже о взрослых людях, то, как правило, они все-таки умеют формулировать свои мысли, да, и при серьезном разговоре, откровенном разговоре могут нам сказать, что действительно они получают тогда, когда они садятся к монитору. Это уход, опять же, от реальности, да, потому что в онлайн-играх, например, там создается целый мир, там, ну или просто в игре в какой-то, да, там целая жизнь, там свои персонажи, там свои законы, там свои переживания успешности, переживания какого-то геройства, подвига, там, не знаю, какого-то вот времени, в котором человек очень хочет оказаться. Ну, то есть вот
попытка проникнуть в содержание, в мотив поступка, да, и в содержание того, что внутри чувств человека и что он получает из этих игр. Это первый момент. Второй момент. Если человек говорит, что я отдыхаю так, вот я пришел, а по поводу танкистов, скорее всего, так это и выглядит, да, и я так отдыхаю, я так расслабляюсь. Ну а что? Получается, мужчина, он же воин, ему нужно это право свое как-то реализовывать. В нашем мире сходить в офис на работу, там, да, и принести потом домой и портфель с документами, это мало похоже на завоевание. Дом тоже особо не повоюешь, да, ну, в конце концов, посуда когда-нибудь перебита будет вся. Опять же, я никому не желаю такого, чтобы происходило. И мужчины, как говорят, вот, мое поле битвы, я там сражаюсь, я там спускаю пар, в семью я возвращаюсь милый, добрый, хороший. Вот весь вопрос в том, что в семью-то он не возвращается. Да. Что он пришел с портфелем полным документов, поел и ушел на поле боя. И вышел оттуда поздней ночью, когда вся семья уже спит. То есть вот у нас проседать начинает реальная жизнь, да, а вот этот отдых условный, да, безусловно, это просто отговорка, что я так отдыхаю. Это опять же бегство, это уход, это неумение проводить время с семьей, это нежелание общаться, это может быть отсутствие навыка взаимодействия с близкими людьми, это нежелание Почему? Проблемы решать какие-то. Почему, скажите? Потому что на поле боя все понятно, там есть четкие правила. Кто враг, кто друг, как надо действовать, где что. Более того, если ты там прогорел или если там ты чего-то не добрал, тебе дается там второй шанс, третий шанс, одна жизнь, другая жизнь. С этой стороны. Ну, то есть множество попыток, когда ты можешь усовершенствоваться, прокачаться, стать лучше, стать еще более совершенным и так далее. А что происходит в жизни? В жизни пеленки, распашонки, нет денег, болеют родственники, не слушаются дети, вызывают в школу. Поэтому все это должно упасть на женские плечи, да, в семье. Ну, вряд ли так рассуждают танкисты, да. Они просто говорят: я так отдыхаю. Отдыхаю — это опять, читайте, бегу от того, чтобы решать проблемы в реальном мире. Но это же поступок ребенка. Это и есть инфантилизм, собственно говоря. Когда мы говорим инфантильное поведение, мы имеем в виду детские формы во взрослом возрасте. Совершенно верно. То есть всякий раз, когда ребенок что-то нашкодил, ну или там в большинстве случаев, и мы его спрашиваем, кто это сделал, он говорит: не знаю, не я. Ну или сваливает на кого-то: это вот он. Я что, я ничего. Или: а он первый начал, я вообще тут ни при чем, я только вторым был. С его точки зрения это его оправдывает. Ну вот приблизительно такая же реакция бегства, просто она более взрослая, более осознанная. Хотя, в общем, люди и в этом смысле осознанность задействуют не очень активно. Да, как с этим справиться? Но опять, если игра в жизни взрослого имеет уже категорию зависимости, да, как с любой зависимостью. Тут уж, извините за сравнение, алкоголизм, наркомания, игромания или какой-либо другой вид зависимости особо не меняет ситуации. То есть работает с таким человеком те же специалисты, что и работают с другими зависимостями. То есть это и личное консультирование, это и даже реабилитационные программы и центры какие-то, это группы поддержки, которые он посещает. Ну и то есть эта тема хорошо изучена в части вот каких-то шагов помощи, да, которые могут предложить такому человеку. Если, в общем, нет еще категории зависимости, то есть человек может с вами разговаривать, хочет с вами разговаривать, готов обсуждать то, что происходит, готов идти навстречу, говорите с ним о мотивах, говорите с ним о своих чувствах, говорите с ним о том, как это выглядит для всех остальных, говорите о последствиях. Идите к специалисту, который вместо вас, возможно, да, по-другому это сформулирует и по-другому достучится. Говорить о том, что нужна помощь, что не сможем справиться своими силами. Ну, то есть вот двигайте человека, не оставляйте это просто, ну ладно, ну пусть оно так и будет. То есть я не хочу сказать, что все люди, которые однажды включают компьютер для того, чтобы поиграть, независимые, взрослые, да, вот, но я хочу сказать, что, опять же, разные люди имеют разные зоны риска. Есть те, кому даже и включать не надо, потому что это их слабое место. Еще по поводу игр есть вопрос. Интересная ситуация. Ирина нам написала: если бабушка сидит, играет в игры, когда в доме есть ребенок и можно с ним пообщаться, то это вот как?
Интересная действительно ситуация. Может, бабушка хочет отдохнуть? Не знаю. Это может быть и это, и это может быть тоже просто уход. Ей не хочется играть с ребенком. Сказать это вслух громко при всех как-то не очень удобно. Ну вот опять стратегия ухода, точнее не ухода, а бегство такая, да, когда ты просто берешь устройство и уходишь вовнутрь. Я занята, мне срочно что-то надо или просто надо. Вот, это вполне возможный вариант. Вы знаете, кстати, вот в каком возрасте распадется вот эта функция умения делать интересным мир вокруг себя, да, насыщать его, оживлять его? История умалчивает, она может распаться и в более, наверное, поздних возрастах. Да, то есть если, допустим, в детстве у бабушки, скорее всего, при отсутствии устройств был опыт переживания вот такого включенности в реальный мир, да, но со временем, если он весь перешел в виртуальный мир, возможно, уже организовать что-то для ребенка. По отношению к ребенку надо быть активной, точно совершенно. Да? Нужно что-то придумывать, нужно куда-то его вести, нужно о чем-то говорить, нужно какую-то игру, нужно какие-то диалоги воспроизводить, нужно много чего делать. Не хочется или не можется. И тогда опять бегство, бегство в виртуальный мир. Ну, переходим не к проблемам, а к более конструктивным таким решениям. Есть еще у нас два вопроса, которые помогут нам раскрыть некоторые вещи в поведении. Вот смотрите, дети сейчас переходят, как вы сказали, на электронный формат обучения. У них там и в школе в основном компьютеры, все не делают. Вот нам пишет слушательница, что, Виктория, что дети не хотят носить в школу много учебников. Я помню сама в детстве, особенно начальный класс, когда ты такой весь ответственный, или там вот пятый, шестой, потом ты забиваешь. У тебя для каждого, значит, предмет учебник, тетрадка, а, возможно, еще и специальная рабочая тетрадь к учебнику. Uh-huh. И если у тебя в день по 7 уроков, вы представляете, какого размера должен быть ранец. Да? То есть это больше, чем сам ребенок. Ты носишь, у тебя все болит, плечи болят. Дети сейчас этого делать не хотят. У них есть планшет, у них есть электронная книга, куда можно все это дело загрузить и носить одну единственную вещь с собой. Вот. Есть несколько вопросов по этому поводу. Как вы относитесь к электронным книгам? И вот как вы относитесь к тому, что дети хотят вот такой способ избрать? Спокойно. Без истерики какой-то. Действительно, сейчас есть программы, которые подразумевают, да, перевод всех текстов в электронные носители и с целью облегчения веса портфеля, и с целью удобства, там, и с целью каких-то, может быть, не знаю, продвинутости технологий, там, вот, внедрения там, для детей и так далее. Вот, поэтому здесь, скажем так, идите, здесь вы не сможете придумать ничего, чего бы не придумала уже ваша школа. Школа – закрытая система и довольно консервативная система. Если она приняла решение планшет, значит, будет все на планшете. Если она приняла решение на бумажном носителе, значит, будете носить книжки. То есть другого у вас варианта не будет, скорее всего. Вот что я хочу сказать. А по поводу тяжести портфеля, эта тема тоже всячески подымалась, и, по-моему, как бы периодически опять какие-то всплески случаются. Вот. Насколько я понимаю, это тоже зависит от школы, от программы, от принятых решений, вот, даже родительским комитетом, что у кого должно быть. Сейчас это давно уже облегчили детям, по крайней мере, в московской реальности это так выглядит. Облегчили портфели, я имею в виду. Угу. Очень многие задания даются детям на листах. То есть ребенок выполняет это на листочке, не таская с собой, например, рабочую тетрадь. Какую-то часть учебников, он, если в школе есть возможность, ребенок оставляет в школе, если ему не нужно выполнять домашние задания, например, в первом классе, вот, и так далее. То есть здесь школа, в общем, всегда предлагает путь, как облегчить ребенку таскание тяжелого портфеля. Вот, поэтому этой проблемой озадачены и пытаются ее решить. А где ребенок видит текст на бумаге или на раздаточном материале, или на доске, или на планшете? Тут, я говорю, у нас с вами выбора не очень много, это решаем не мы с вами, к счастью или к сожалению, а решает то учебное заведение, та программа, тот образовательный стандарт, который есть вот в том или ином учебном заведении. Но сказать однозначно, что если ребенок читает текст с устройства или с электронной книги, это гораздо хуже, чем он читает это с листка бумаги, скажем так, обоснованных доказательств я вам представить вряд ли смогу. Но, во-первых, еще и, скажем, лет прошло не так много для того, чтобы какие-то такие лонгитюдные исследования провести, длительные такие, да, и сказать, что вот это так.
Вот. То, что устройство электронное влияет на зрение, это правда. Ну, собственно говоря, как и чтение с бумажного носителя в полутемном помещении, тоже будет портить зрение. Вот, поэтому это такой вопрос, на который, я думаю, даже врачи будут спорить, а уж нам с вами сюда вторгаться не будем, скажем так. Вот, поэтому главная задача, чтобы, скажем, родительская, да, чтобы дети были заинтересованы в обучении, чтобы им нравилось, чтобы это действительно мотивацию поддерживало, а не убивало. И это гораздо важнее, чем то, с какого носителя ребенок эту информацию получает. Итак, друзья, у нас осталось не так много времени. Подытожим, что мы уже успели обсудить. Получается, компьютер нам скорее друг, чем враг. Ну, на наш взгляд, по крайней мере, в студии сегодня. Но такой друг, который должен быть под контролем. Да. Да, такой друг, который должен приходить и уходить тогда, когда взрослый считает это нужным, или тогда, когда взрослый, который контролирует себя, скажем, считает для себя полезным. То есть это не тот друг, который поселился у вас в квартире, вы готовы, и вы рады были бы его выставить за дверь, а он все живет, живет, живет и живет. И если вы обнаружили такую проблему, то, друзья, пока не поздно, лучше прямо сейчас обратиться к специалисту или хотя бы просто поговорить с человеком, который оказался зависим от компьютера, от игр, неважно от чего, и вы это увидите сразу, если есть негативная реакция, когда вы пытаетесь это забрать. И вот в этой сфере еще есть вопрос такой интересный. С детьми мы иногда пытаемся выстроить рыночные отношения. Ну, то есть, если ты сделаешь что-то, я тебе дам денег, я тебе куплю конфету, я тебе сделаю то-то. Причем вот это «если ты сделаешь что-то», обычно это то, что ребенок должен делать без всякой награды, да? Убрать за собой постель, помыть за собой посуду, сделать уроки. Это его обязанность скорее, а не то, что, с чем он может торговаться. Так вот, есть еще одна форма торговли. Если ты сделаешь это, я тебе дам телефон, а если ты не сделаешь, я его заберу. Ну, вот что-то такое. Как вы относитесь к этому? То есть вопрос от Розаны был, можно ли пугать ребенка, что если ты не сделаешь уроки, я тебе не отдам телефон? Вот ресурсно родители очень ограничены, скажем так. Чем старше становится ребенок, тем более ограничены ресурсно родители. И да, устройство и время, проведенное за развлечением в устройствах, это предмет для торга, наказания или поощрения и так далее. То есть в самом предмете поощрения или наказания, да, вот если говорить о телефоне или о времени, который ребенок там смотрит мультфильмы или играет в какую-то игру, я не вижу ничего плохого. Но лишаете или поощряете ли вы какими-то лакомствами его, лишаете или поощряете какими-то впечатлениями его, да, лишаете или поощряете походами куда-либо, бабушке там поездка или что-то еще, ну или временем, которое он проведет с устройством, да, получая какие-то впечатления или смотря там новую серию и так далее. В общем, здесь особой разницы нет, механизм один и тот же. Поэтому это вопрос не о том, можно ли торговать гаджетом в отношениях. Вопрос в том, опять же, как грамотно применять, в принципе, наказание или поощрение. А устройство и время, которое проводит ребенок с ним, вполне может стать поощрением или наказанием в случае, если ребенок выполняет или не выполняет какие-то условия. Вот. И здесь, безусловно, ребенок делает уроки не потому, что это что-то такое особенное, а просто потому, что он должен это делать. Но опять, ни для кого не секрет, что делание уроков не приносит ребенку особого удовольствия. Поэтому мы говорим ему, ты знаешь, особое удовольствие наступит после того, как ты выполнишь необходимое, уча ребенка определенной приоритетности. То есть давайте рассматривать это вот так. Но я всегда, скажем так, за позитив более чем за негатив. Вот есть ли разница? Если ты не сделаешь уроки, я не дам тебе телефон. Или если ты сделаешь уроки, я дам тебе телефон. Начинайте с положительного. Тогда санкции, да, вот какой-то шантаж, торговля, уже и не придется ее, возможно, применять. Надеемся, наши советы вам помогут. Ну и последний вопрос к вам сегодня, Надежда, в этом эфире. Мы в основном говорили сегодня про детей. Про взрослых мы говорили вот только в контексте игр, например, зависимости. Да. Если я вот смотрю, как слушатель, сейчас наш вебинар, и слушаю, и понимаю, там, с чем-то соглашаюсь, с чем-то не очень, но как мне самой понять, что, во-первых, у меня нет проблем с компьютером, и я независима, а во-вторых, как правильно пользоваться гаджетами, чтобы правильный пример подавать своим детям?
Ну, то есть мы же не можем говорить, не кури, это плохо, когда папа курит на балконе, и как бы и все в порядке в семье. В общем, так многие там, делают. Или мама курит на кухне, да, и говорит при этом, не кури, это плохо. Да, тебе пока нельзя, и ты этого не будешь вот. Делать. Как с гаджетами понять, что ты независим, что с тобой все в порядке, и что детям ты подаешь правильный пример? Все то же самое. Совершенно верная была аналогия. То есть если вы хотите живого общения с ребенком, но при этом сами этого не делаете... Он не будет уметь общаться с вами, делиться с вами чувствами, делиться с вами мыслями, делиться с вами событиями дня и так далее. Ваш гаджет, дорогие родители, может быть телевизором. Чем угодно. Да. Наушниками постоянно в ушах, телефонными звонками постоянными, чем угодно. В общем, вещами-то не вредными, мне по работе надо. И так далее. Поэтому вот если время ваше с детьми состоит из того, что вы обменялись просто как дела, что получил, поел ли сегодня, ну ладно, иди к себе, то, в общем, ну, что требовать от ребенка какой-то, ну, правильных отношений с гаджетом. То есть вы ему отказали в своем общении, он найдет это общение. И сейчас он точно знает адрес, где его искать, это общение. Если еще лет 20 назад, может быть, он бы гулять пошел, то сегодня он просто включит компьютер и будет там общаться. Если вы хотите общения с ним, значит, устанавливайте возможности, поле для того, чтобы он с вами общался. Итак, друзья, наш эфир подошел к концу. Надеемся, что наши советы были в тему, правильные, вы их воспримете и будете применять в своей жизни. И надеемся, что у вас не будет проблем с зависимостью от гаджетов и других технических устройств. Все, друзья, всем спасибо, услышимся завтра. До свидания. Всего доброго. Хитрости медомагнитные.